11 июля. Сегодня я привез две разобранных рамы и собрал из них одну по размеру двери. Дверь пришлось подтесать снизу, чтобы был прямоугольник. И раму закрепил на четырех углах угольниками. А также сбоку по два самореза. Вот этот и вот этот. И так со всех сторон. Таким образом она будет жесткая. Осталось завтра купить левые петли. Здесь даже есть уже прорези для петель. Две. Можно на левую, можно на правую поставить, но дверь должна открываться наружу. Продолжение завтра. 12 июля. Сегодня я осчастливил себя дверью. Купил современные навесы, в которых вот здесь кольцо, по которому ездит верхняя половина навеса. Здесь подработал немножко торец, чтобы закрывалось хорошо. Вот она плотно закрывается. Поставил ручки. Ну, тут надо покрасить с одной стороны и зашить досками вот из тех досок, которые пойдут на крышу и стены. Там будут остатки. Здесь я их зашью. Примерно вот так, как я сделал эту дверь.